Или заборчик. Я не понял. А кто нам будет это делать, уважаемые? В смысле не знаете? Вы нам забор сломали. Экскаваторщику будут. Сейчас у нас организация. Подбери хоть эти железки, а то, чтобы не уперли. Оставь пока, Юрич, я обснимаю. А кто нам заборчик будет делать? А кто делал? У нас вчера сломали заборчик. Сегодня не заварили. Ну пипец, ребята. Ну как так-то, а? Ну вот что это за порнография? Ну посмотрите, вот оно хрустит, да? Это же вообще ужас. А это вот, смотрите. Просто вставили. Ну что это такое, а? Ну как так-то, а? Ну или делаем, или вообще не делаем. Это просто, ну ужас, просто, ребята. Ну вы же вроде, мы что-то боремся с американцами, с какими-то, блин. Мы сами себе гадим и даже исправить не можем. Че это такое? Что это за сварка? Что это такое? Тя, это в каком училище так учат варить? Это, посмотри, дырь. Черт, позорники, она просто позорники. Что, как можно исправляем, приходится варить самому. Вот. Как можем исправляем. Сейчас маску надену. Неудобно, неудобно снимать и варить. Но, в общем, более-менее я тут прихватил, конечно, эти дыры. Сейчас вон там еще прихвачу. Не глядя варю. Но все равно надо сверху варить немножко, чтобы стекло это-то. Ну, как-то так вот. Вот, заварил я более-менее, наверное, теперь. Конечно, не айс. Ну что, вот такой-то шов можно сделать. И внизу-то, ну, вот так-то уж можно было сделать. Ну, пацаны, может. Более-менее теперь ничего не крутится. Все. Слава богу. Там покрасим. Вот как-то так, дамы и господа. Мы не только преподавать, но еще и варить можем. Прощайтесь.